ДТП произошло прямо на крыльце магазина. Водитель по неизвестной причине на скорости заехал на крыльцо супермаркета. В результате покупатель получил множественные переломы. Водитель 73 года рождения, житель города Нефтекамска, управляя автомашиной ВАЗ-2093, двигаясь по улице Молодежной со стороны улицы Российской в сторону улицы Трактовая. На проезд дома 52Г не справился с рулевым управлением и совершил наезд на пешехода. 73 года рождения, житель города Нефтекамска, который стоял на ступеньках магазина «Магнит». В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход был госпитализирован в центральную городскую больницу.